Путь от дома до Ескина. От моего деревенского дома Моисеевского, дом 8. До Ескина, я не знаю, как там нумерация, но до дома тети Вали. Записалось оно как бы на 9 минут я с чем-то ехала. Ну, записалось там, по-моему, минут 14, и как я доехала, и как я ехала. Вообще, слева по борту были коровы, ну, я в следующий раз поставлю как-нибудь камеру более понятно. Вообще ставила ее в этот раз на крепление на руль велосипеда. Велосипед мне снова дал наш добрый сосед дядь Боря. Ну и, в общем, я хотела вообще записать, как цветы там видно, у тети Вали еще что-нибудь. Ну, не знаю, как вот вышло. Сейчас вот буду монтировать. Вообще, как бы это фоном должен идти аудиоформат и аудиофайл. Потому что там, скорее всего, дребезжание будет слышно этого велика, как обычно. Без разницы, какой велик. Просто дороги у нас тут, что в городе, что в деревне. Иногда даже в деревне дороги. Дорога, которую 20 лет назад, если не больше, наверное, больше 20 лет назад асфальтировали эту круговую. Она как бы местами даже лучше, чем в городе без дороги. Центральные какие-нибудь дороги Углича. Я думаю, не только Углича. Вот если это все запишется, то вы услышите это фоном, когда я уже приеду в Углич и залью на канал. Я тут обнаружила, в Мовави можно видео смотреть, просто отдельная прибуда. И аудио слушать. У меня что-то там шарахается. Вчера я сейчас тут зеваю. Мыши сильно нагрели и на кухне там шарахались под обоями над столом. Вот. Сегодня, не знаю, это мыши сейчас шарахаются или кот туда заныкался. Но кот вчера спал и игнорил этих мышей. Но, по-моему, мне кажется, там все-таки, может быть, мыши шарахаются чисто за обоями. Человек впервые увидел ноты. А еще перепутал клавиши. По-моему, конкретно перепутал клавиши. Да, как вы уже поняли, тут будут куски музыки моей, когда-то сыгранной мной, моей музыки в том плане, что я ее написала. И как бы эта музыка, скорее всего, будет писалась, игралась на миди-клавиатуре. У меня куча всяких таких записей было сделано на диктофон, на каком-то еще, может быть, на самом первом кассе.
Еще на что-то я, возможно, писала, не помню. Может быть, даже на WavePad сделанные записи еще при прежней старой винде, еще на нетбуке, где теперь уже давно, лет 5, как какая-нибудь линуксина стоит. В общем, я просто даже не разбираюсь, что там, когда, как давно уже что-то собиралась вообще разобраться, что там есть. Но я подумала, что вот на такие вот, может быть, эксперименты чисто дороги ставить фоном, может быть, вот это вот. Ну, как-то кто осилит, тот герой, скажем так. Учитывая разницу регистров, Юля клавы еще не освоила, поэтому ангел будет странным. Подставки никакой нету. Насколько пустить надо. И какая это нота? Черт ее знает, си, наверное. Сейчас. Видимо, тут. Ай, да.
вот ангела выбрать. И почему в этой главе не все пианино собачено? И вот на мене. Ну вот, придите поближе вот. Ё-моё. А, вот, всё поняла. Ну, типа того. Где это чёртова си? Во, я попала. Я теперь даже знаю, куда это сдвигание идёт. Не, я помню ноты, я просто не соображу, как они здесь выглядят. В общем, если вы ее усилили, то вы побывали по пути меня. Короче, вышли из дома и дошли до тети Валиного дома. Пока!